Пенсионный фонд России. Сведения, хранящиеся в Федеральном реестре инвалидов, дают возможность избирательным комиссиям оценить численность граждан с ограничениями жизнедеятельности, проживающих на территориях избирательных участков, проработать вопрос организации их участия в выборах с учетом потребностей конкретного гражданина. Сведения, получаемые из Федерального реестра инвалидов о численности граждан с ограниченными возможностями, в том числе использующих кресло-коляски, собак-проводников и имеющих стойкие расстройства функции зрения и слуха, опорно-двигательного аппарата, позволяют принять во внимание и реализовать потребности граждан, нуждающихся в помощи для соблюдения реализации их избирательных прав. В целях обсуждения вопросов государственной поддержки инвалидов на регулярной основе проводится встреча с участием президента Российской Федерации Владимиром Путиным и правительством Российской Федерации. На совещании 22 мая 2019 года министр труда и социальной защиты Максим Топилин анонсировал создание реестра инвалидов. Одна из задач реестра – помощь в осуществлении избирательных прав инвалидов. В рамках этого направления будут использоваться информационные технологии с дистанционным электронным голосованием. Центральная избирательная комиссия разработала программу «Дорога на избирательный участок», признанную обеспечить инвалидам доступность избирательных участков, для использования которой привлекаются самые разные средства, такие как специальный персонал, социальное такси, сурдопереводчики, а также волонтеры. Таким образом, совместными усилиями Центральная избирательная комиссия и Пенсионный фонд России с помощью Федерального реестра инвалидов решена задача реализации равных прав и возможностей для граждан с инвалидностью. Слаженной работой организации инвалиды могут воспользоваться уже в ближайший единый день голосования, который состоится 8 сентября. Подробнее о подготовительных мероприятиях Центральной избирательной комиссии к избирательной кампании и мерах по обеспечению прав инвалидов можно узнать на официальном сайте. Федеральный реестр инвалидов – это единая база данных для граждан, признанных в установленном порядке инвалидами, и для органов власти, которые оказывают услуги или меры социальной поддержки инвалидов. С 2016 года Федеральная государственная информационная система «Федеральный реестр инвалидов» разрабатывается и реализуется Пенсионным фондом Российской Федерации в соответствии с федеральным законом от 1 декабря 2014 года номер 419. Полномасштабное использование системы началось с 2018 года. Подробную информацию вы можете узнать на сайте в ГИС-ФРИ.